Всем привет, YouTube привет. Вот, видео сейчас заснимем на скоряк, тестик небольшой, тут машинка, вот с градом потестим. Вот это вот мою новую игрушку, это экран дефектовочный. Вот тут на скоряк сейчас снимем видео чуть вот по ямкам, потому что выходной день. Решили пожарить чуть-чуть мяса. Вот он, Шурик, шеф-повар у нас. Тут тоже вот предстоит тест. Тут свининка, мякоть, шейка, ребрышки. Тут еще у нас и курочка есть для дамс. Вот, картошечка вареная в фольге под печем. В общем, будет что потестить сегодня, да? Вот, ну и потестим. Сейчас машина, жалко, конечно, не вымытая, но тем не менее посмотрим, что нам этот экран покажет. Так вот я вижу, да, видно вмятины наши. Вот, к сожалению, еще раз повторюсь, машинка грязная. Сейчас попробуем поснимать, если получится. Так. Ну вот она красота. Опа. Поехали. Ну вот, и с увеличением поснимем. Я не знаю, что там видно, что не видно. Тезка, снимай давай. Вот на одном месте, вот так, во. Я вожу сам экраном, и все видно. Ну, ух вот. Ты, как интересно. Так вот крупные видно. Все-все видно вмятинки, даже самые маленькие. Ну вот поснимаю здесь, справа. Какая разница, вот ближе, дальше, что видно? Да все отлично видно. Ну вот, в итоге все работает. Все получается. Дальше будет. Потом, когда начну им работать, уже по-серьезному. Это так, между делом, между шашлыками. Иди поснимай. Так, ну тест дефектовочного экрана мы уже сняли. Вот Шурик тут тараньку с пивой. Вот. Что, теперь будем тестировать угли. Теперь ход дошел. Потестили мы экран дефектовочный. Вот это тоже. Все будем тестить теперь. Это у нас мякоть, шейка. Тут вот есть курочка для девчонок. Не все едят мясо. И вот ребрушки есть. Мы их тоже пожарим. Они вкусненькие. Вот. У нас уже созрели, все хорошо с углями. Ну что, шеф-повар, что скажешь? Почти готово. Угу. Пойдет. Начинаем тест потихонечку. Тузики тут бегают, глазки у них горят. Будем тестировать. Чего не потестировать? Погода хорошая, выходной день. Вот. Пожарить мяски надо. Вот. Тут у нас и ребрышки есть, и мякоть, и курочка. В общем, будем все это жарить и тестировать тоже. Приятное с полезным совмещать. Запашок уже пошел. Вот. Первая закладочка у нас. Будет и вторая. Да, будет и последующие. Вот так вот. Потихонечку, помаленечку. Будем тестить мяску.
Вот, кто что любит, кто ребрышки, кто мякоть любит, кто курочку любит, в общем, на всех, обо всех подумали. И вот так вот. Так, чтобы жар не был слишком сильным, закинули вон картошечки. Вот. Это уже вторым, так сказать, номером пошло. Надо пропечь, чтобы было вкусненько все. Не такой сильный жар, пусть чуть подкоптится мясцо, чтобы было повкуснее его кушать. Вторая часть. Все подзакусили. Вот уже улыбаются. Там у нас футбол играется. Шашлыков мало уже осталось. Да, шашлыков совсем мало осталось. Дожарено. Вот так все шкварчит и пахнет. Вечер продолжается. Да, сынок. Да елки-палки. Да что ж такое, сынок. Папа, все бросай, пошли. Да, действительно. Любую. Да, держи. Сынок. Да кто там с козёра? Кто там с козёра? Замок, сынок. Так, Родион, ну тебе надо обязательно сюда. Тест продолжается. Вторая часть теста. Тест-драйв. Да. Тестим мясо. Ну-ка, давай. Всем приятного аппетита.